И, значит, вот такое положение у нас сейчас, что вот здесь вот, по этой улице, будет одна африканская деревня имени Патриса Лумумба, а на другой стороне улицы другая африканская деревня имени Мартина Лютера Кинга. Как-то так. И вот к чему я это все говорил? А говорил я вот к чему. Где вы все, русские мужики? Кто поднимать-то это все будет? А? Неужто какие-то африканцы тут ходить по нашим дачам будут? Нельзя этого допустить. Русский мужик, вставай, берись за грабли, лопаты и вперед! Вот я уже иду! Здорово, пацаны! Я сегодня на даче, и у меня великие тучи! Тучи, покажите тучи! Вообще чудовищные тучи! И у меня сегодня выживание, сейчас ливанет ливень! Я шучу. Ну, ливень, конечно, может и мочканет, но мне все равно. У меня есть бунгало, у меня есть дом, у меня есть много интересных вещей. И я сегодня вас удивлю. У меня есть иранское пойло. Пойдемте. Сегодня решил подзамутить на даче наггетсы Мираторг. Вообще-то на самом деле никто такой херней не занимается, но я думаю, блин, почему бы наггетсы не пожарить? Что-то захотелось с утра наггетсов. Вот думаю, Мираторг, наверное, мне подойдут. Реклама бесплатная Мираторгу. Блин, кстати, напишите в комментариях, чья это компания Мираторг. Может, Микояна какого-нибудь. Я, правда, не знаю, кто там главшпан в этом Мираторге. Но неважно. У нас куриные наггетсы. И сейчас мы их будем пытаться зажарить на костре. Так, написано 6 минут разогреть и все. Жарься, жарься, наггетс, наггетс, жарься, жарься, наггетс, наггетс. Так, опа, ни хрена себе, поджаривается. Ну вот, парни, пришло время обеда. И, как всегда, мы будем обедать. Итак, у нас... Что у нас есть? У нас есть чешские колбаски. Пробовал, вкусные. Есть индейка. Тоже ничего. Есть у нас... Сыры различные. Тоже ничего. Потом буду пить кофе. Кофе-капучино буду пить, вот такое. Есть печенье в клеточку. Блин, у меня есть фича офигенная. Перец халапеньо. Вот эта канитель вообще лютая. Я вот думаю, она такая острая и хорошая. Сразу видно с зернами. В зернах, говорят, самая такая тема скрывается. Ну, как бы... О, ё-моё! У меня что-то еще сливочно-чесночный соус Махеев. Короче, весь набор химии. Вот, любовь моя. Написано. Лавас. Лавас. Я не знаю, почему. Я немецкий язык учил. Там буква Ш по-другому пишется. Здесь пишется лавас. 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 Вот здесь написано лавас, а вот здесь тортильяс. Вот непонятно, то ли это лавас, то ли тортильяс. Парни, тут, короче, такая фича. Вряд ли кто из вас это когда-либо пробовал. Потому что вот эта штука голубая малина, а вот это малина и арбуз. Я такую фичу отчебучил с ними, что сам просто охренел. Что-то лазил-лазил на Вайлдберрисе, смотрю, такой, голубая малина. Ни хрена себе, никогда в жизни не видел и не пробовал. И вот такая штука, малина и арбуз. Никогда. Что-то посмотрел, изготавливаются, типа, в Иране. Вот тут даже по-ирански что-то там написано у них, блядь. Ну, наверное, пей, балдей, я так думаю, там написано. Ну вот, короче, и такой что-то не глядя заказал.
А потом что-то думаю, что-то идет он долго. А потом посмотрел, думаю, откуда я их заказал? Из Алматы. И вот они мне из Алматы ехали там недели три. И сейчас мы устроим битву. Что круче, голубая малина или малина красная с арбузом? Кстати, про голубую малину. Я там это в интернете полазил, думаю, что за голубая малина, блин. В итоге, короче, накопал. Голубая малина, это, короче, красная малина. Ну, типа, скрещенная с ежевикой. Растет везде. Можно, типа, даже сажать у нас. И говорят, урожай будет очень хорошим. Типа, везде растет. Так что ничего необычного. Ва, такого нет. Вот, скрещиваешь вот так красную малину и ежевику, и получаешь. Ну, синяя малинка. Начинаем наливать. О, прям как стеклоочиститель. Класс. О, на свет, пожалуйста. О, ну-ка, запах. Я бы сказал, что пахнет юпи. Может, это... Ну, иранцы не должны ж нас, иранцы наши друзья, по-моему, или нет? Ну, наверное, да. Не знаю. Ну, короче, обмануть, наверное, не должны. Если из Алматы присылают, то обмануть не должны. Наверное, это настоящая синяя малина. Итак. Блин. Слушайте, прикольная малина синяя. Прям как это, как морская волна. Вот сейчас выпил, как будто такие прям чайки в голове залетали такие, и такие, как будто вот прям в Калининграде опять чайки надо мной кружатся там. Это великолепно. Кстати, напиток очень слабо газированный. Вот в прошлый раз грузинскую хуляни фихуа пробовали, когда та была вообще очень сильно газированная. Итак, парни, синяя малина оказалась, ну как вам сказать, не особо айс. Вкусно, конечно, по сути вкусно, там и безвкусно вкусно. Но вот у нее сейчас послевкусие такое, какое-то терпкое, как будто химозы туда лупанули, конкретно так вот. А может, это вообще какая-нибудь отрава? А может, она просроченная была? Ладно, неважно. Кто не рискует, тот не пьет малину с арбузом. Итак, смотрим, что лучше. Пахнет вроде малиной. Итак, наливаем. Ну, это уже понятно, наше дело, малина красная. Но газа все равно мало. Какой-то непрозрачный вообще. Вообще непрозрачный. Ну-ка. Что-то как-то и пахнет странно. Что там иранцы нашуровали? Это что за херня нахрен? Короче, парни, вот у этой штуки очень интересный вкус. Я уж даже сомневаюсь, блин, что это такое. Я вот 100%, блин, уверен, что вот из этой басни можно брагу ставить. Потому что тут уже как будто она какая-то забродившая. Причем срок годности, блин, до 25-го года. И как бы вот эта тема, она годная. Ну просто мы люди русские, к иранским напиткам не привыкшие. Вот знаете, когда ягоды бродят, вот если что-то там выпить, блин, вот такой вкус, как бы вкус забродивших ягод. Это иранская брашка, пацаны, на арбузе и на малине. Во, вот что это такое, надо пить.
Брашку надо пить. Вот эта тема хорошая, ее пить можно. А вот это, я в итоге, короче, подвел резюме. Это похоже на забродивший кисель. Натуральный, блин, кисель, крахмальный, короче. Во какая херня. Да, кисель, иранский кисель. Вот что это такое. Итак, парни, сейчас попробуем эти чудо-наггетсы. Лаваз! Сейчас открою безобразным образом. Ну, лаваз, не подведи. Что тут у нас? Сливочно-чесночный соус. Оба. Нахреначили. Горчица. Нахреначили. Перчик халапеньо. О, уже чувствуется лють лютая. Итак, приступаем. Берем супер наггетс, горчичку в соус лаваз. Пробуем. Огурец. Чего-то не хватает. Вот чего не хватало. Не хватало остроты. Халапеньо такой жгучий. Хотя, говорят, халапеньо это так, фигня. Есть гораздо круче там перцы. Но я не буду тут крутые перцы жрать. Потому что их надо молоком там что-то запивать. А молоко я не люблю, поэтому меня вполне устраивает соус табаско и перец халапеньо. Короче, пацаны, из всего того, что тут происходило, я сделал вывод. Иранский арбуз и красная малина похожи на русский кисель. С добавлением крахмала, не особо качественно. Вот эта тема похожа на голубой ликер, короче, ну, без градусов. Но пить можно, я бы даже сказал, что это вкусно. Если хорошенько бы охладить, да еще бы добавить туда газа, было бы вообще бы ураган. А так, ну что, могу поставить твердую пятерку. Все. Да, по наггетсам, по мираторговским. Сроду не знал, но оказалось, блин, что это очень круто. Тут надо какие-то на даче приезжать, шашлыки какие-то жарить, какие-то колбаски. Там специально колбаски-гриль. Не надо ничего. Берете наггетсы, покупаете, короче, вон, кинул на решетку. 5 минут разогрел их, все, они подрумянились вообще. Во, вещь. Вон там, блин. Сливочно-чесночного соуса взял там, блин, там вон еще что-нибудь, горчицы. И вообще пожрал там с огурцом, с редиской. Ураган, вообще нормально. Но, есть одно но. Надо это все дело запить. Чайной процедуры сегодня не будет. Будет кофейная процедура. И у нас в фаворе МакКафе. Варить кофе я, конечно, умею, и у меня есть нормальный кофе, а вот сублимированно что-то не попадается нормально. Какое-то все ущербное. Опа. Такое размешал. В натуре капучино. Слушайте. Прям как из автомата налили. Кстати, недавно слышал такую басню, что из этих кофейных автоматов лучше ничего не пить. Потому что там их никогда не чистят, и там запросто можно заразу подцепить. Вот всем любителям автоматного кофе взять на заметку, что пить оттуда лучше не надо. Ну и что там с шоколадом-то? Где наш шоколад? Вот он шоколад, а шоколада там! Прям как будто бы плитку Бабаевского высыпал.
Куда им нахрен? Во, вещь. Как-то так. И у меня есть печенье в клеточку. Но оператор ваш кофе, а я свой. Брависсимо. Похож на капучино. Кстати, вот эти печенья в клеточку довольно-таки прикольные. Как называется тут? Баян Сулу. И название хорошее. Баян Сулу. Просто баян, короче. Говорят, скоро YouTube, что ли, закроют. Говорят, в октябре. Ну, уже видео с высоким разрешением что-то подтормаживает. Я уже на телеке посмотреть нормально не могу. Качество какое-то хреновое, пикселизуется все наглухо. Надо переходить на Рутуб, наверное. А то действительно все бахнут. Жалко. Столько работы, столько веселья. Как-то так. Или, может, это Трамп мутит, падла. Ему Байден ухо отстрелил, теперь он совсем с катушек съехал. Ха. Всем мира и добра, всех обнял. Передавайте приветы, если кому-то там хотите передать. Сашам, Ключам, там, Витям, Агыгам или еще кому-нибудь, короче, передам. Все, всем пока, всем удачи. Выше ватерлинии плещут волны синие, а над нами чайки, все, братва, встречайте.